чемпионате Испании Барселона в красно-синей форме принимала Севилью. Грубая ошибка барселонских защитников привела к первому голу. Габриэль Мойя остался глазу на глаз с Бускетсом и был точен 1-0. Барселона продолжает погоню за мадридским Атлетико, и домашнее поражение в ее планы не входило. Пакера бросил вперед Оскара, но вратарь успел выскочить из ворот. Йохан Кройф в последнее время делает ставку на молодых испанских футболистов, но не всегда это приносит успех. Куда более эффективно играет сын тренера Хорхе Кройф. Его подача с фланга была настолько точна, что капитану каталонцев Пакера и не нужно было подпрыгивать. 1-1. Недавно Хорхе Кройф дебютировал в сборной Голландии, и теперь ему нужно доказывать свое мастерство не только отцу. Но возможность отличиться использована не была. Удар Кройфа оказался неточным. В следующей атаке он одним касанием мог продолжить гонку за Атлетико, но вратарь...